Всех приветствую, ребят, танкисты, с вами Император Prime. Сегодня покажу один из интереснейших боев. Почему? Я просто кое-что вспомнил. Во-первых, у меня этот бой был на стриме, вот, но к чему я все веду? Стрим, блин, что-то там у меня старая ОБС-ка еще, даже не новая версия была, поэтому, блин, хреново все было. Ничего толком люди не рассмотрели. Но решил заснять один из этих видосиков и бою. Почему? Когда-то, короче, я вам скажу, такая темка была веселая. В плане чего? В плане того, что, скажем так, когда-то на мелких уровнях, там, что-то мы там вынесли, короче, 8 или 10 фрагов, ну, короче, фигня, да? И кто-то там такой коммент написал, типа, да, четвертый, пятый уровень, там, ну, то есть там, да, прям танки купили всякие интересные. Вот эти рыбаки, короче, которые зашибись вообще там трамбой. Ты в песке, ты на десятке, короче, попробуй, там 6 фрагов сделай, я посмотрю на тебя, короче. О, типа 10 левел, это вообще. Итак, что мы наблюдаем? 10 левел везде, ни одной девяточки. Я в обзводе с замзоном. Мой зам командира и Ремингтон Дима. Альянс новый. В общем, короче, мы здесь катаем. Как видно, арматку я спас. Если б Сфинкс ее закрутил, и Леопард ее уже зажали, ну, хана просто была. В общем, первый фраг. И к чему веду, что просто здесь настолько, короче, как я даже на этом стриме говорил, такие люди, к примеру, Астерион слился, ты дно, короче, набил до хрена дамага, такой раз в год у тебя бывает, блин, там, короче, блин, то есть, все, что не сделай, все равно будет хреново, так что похуй, даже если ты 40 тысяч набьешь, все равно скажут, ой, да ладно, такой раз в год, там, это вообще начинается. Но, тем не менее, счет 14-12, и мы понемногу начинаем тащить. Что у нас? Я на Абрамсе, ребята, Абрамс. Как бы, блин, короче, меня все видели, в принципе, такие неплохие бои. На арматке там 14к, да, то есть такие, короче, именно там, где потеть приходится. Просто ты потеешь и просто потеешь, прям по самое не хочу. Вот здесь, кстати, зеленым горело, блин, и нихрена не пробило. Как всегда, вот эта дебильная хрень просто подкумарит. Но, тем не менее, умение тащить и играть на десятках, конечно, это есть. 967, и... Надо набивать руку, естественно, чтобы гонять. В общем, короче, реально, я вам скажу, полная мочилово рубилово. Смотрите, что происходит. Здесь армата, я тут на Абрамсе. Боже, там армата, блин, заходит. Просто все взрываются. 10-10 счет, уже 5 фрагов. Это 5 танков исчезло у них, 5 у нас. Просто вообще полная хрень. Ну, я переключаюсь на себя, так как врывается серьезный пацан. И я даю хопа челика, и челика разбираю. Второй фраг, 2800 дэмэджа, короче, вроде бы нормально. Один раз там меня арматка смогла прошить, походу. Выцеливаем, но не получается, танкуем, оп, и уходит. Уходит у нас. Вот там вот непонятно, да? И мог бы пробить свободно полное сведение, но увы. Я вам покажу просто в режиме сведения. А тут нормально, так просто бабах, короче, и вошло. Да вот как оно там входит, вообще без понятия. Выцелим еще, тут еще один влетает. Ну, выцелим. Почти. Крутанул корпусом, красавчик. То есть пиксель хантит нас вот такой. А счет 7-8, смотрите, мы уже проигрываем. Ебическая ты сила в ботаническом саду. И он допускает ошибку арматкой, я ее просто разбираю. Отправляю в ангар, третий фраг. Что дальше? Пока пацан танкует, мы выцеливаем, смотрите, забираем. Три фрага, даем дэмэдж. И, короче, нормально, Леопард. 6-6. Нормально разруливаем ситуацию, да? Нормально, конечно. Двигаемся дальше. В этом заводе. Допускает ошибку. Я просто с вертухана бросаю, а здесь пайк. Выцеливаю пайка. Он так красиво стоит, и он даже не хочет отворачиваться. Ему все равно. О, потому что он еще и на гусле стоит. Единственное, что ему остается, это стрелять. А увы, нет. Отправляю пайка в ангар. 6800 дамага. Пятый фраг. Счет 6-4. Если б я не забирал эти фраги, хрен бы тут, скорее всего, мы вытащили.
И смотрите, все полегли, особенно Дракула 79. Это один из самых мощных игроков, который говорил, там, я тебя один на один одной рукой, а потом я про него видос снял, и оно сдохло просто сразу же. Драк полный, короче. Отправился в ангар. И остались Новаки в основном. Что, у них Мэтт остался, и Гид вообще не знаю, Казак, в общем, Казак не знаю, Гилд, что-то не знает. Надо объехать так, чтобы не через поле ехать, потому что смысл ехать, они все там на 8-9, вон, даже 7, короче. Поэтому я использую холмы вот таким способом, чтобы и уэйчики были, использую, выцеливаю. И забираю 6-й фраг в копилочку, 4-3 счет, 7-300 дамага несчастных. Вижу Мэда. Мэд далеко. Ну, увы, не получается, пацаны, мне его забрать, короче, как-то, но я пытаюсь. Боже, тут пишет, что я подсосник. То есть, это хрень, то есть, я, короче, ничего не дамага, у меня ноль, но я просто подсасываю фраг. Интересно, как же я подсасываю ее? Вот, за что я вам говорю, что, сука, никому не угодишь везде, там, то ты подсосник, то еще что-то. Ну, ладно, короче, как там, кто там говорил, там, типа... Ты попробуй там это на десятки, короче, там 6 фрагов, еще что-то сделать. Вот вам 6 десяток отправилось нахрен в ангар. То есть, понятно, не всегда такие бои есть, но это реально, да? Реально? Реально. И что, вы думаете, на этом все? Да хрен там, счет-то 4-3. 4-3, и мы потеем. Остался я, Ремингтон, короче, блин. И яйцы мы суманна, блядь, какой-то на леопарде, дебил, блядь. Инвалид, сука, который ник, блядь, даже при создании не мог придумать. И я продвигаюсь. Казак, боже, а у него то хпшек до хрена. Димон, Ремингтон залетает. Он понимает, что он делает. Бросаем дым и смотрите, что делает Ремингтон. Врывается просто. Я захожу сзади, потому что я понимаю, что тут вся херня. Опасный момент. Димон танкует Ремингтон. Я накидываю челику накидываю, надо спасать. Спасать, кричу Димону, уходи, Ремингтон, уходи, и он уходит. Казак просто стоит, и таким способом мы просто его разводим, а он все выцеливает, Ремингтон, ему похрен на меня. При этом я его раздамаживаю, просто и тараном на 206, а он все выцеливает шота, пытается забрать, ему похрен. Но я его ушатываю, 7-й фраг и 10 тысяч дэмэджа. Что дальше? Счет 2-2, ни хрена не рулится, просто вообще. Честно, полный Алис Нормалис, да? Тащишь 7 фрагов и толку никакого. Остаемся мы вдвоем с Ремингтоном. Что мы решаем? На захвате стоит одно из этих страшных существ. Берет баску. Что мы делаем? Ну, делаем таким способом. Ремингтон просто подсвечивает. Он даже пишет, я так точно. Я обхожу сзади. Однозначно нужен отвлекающий маневр. И в лоб-в-лоб ехать это полный дебилизм. При этом надо использовать стратегию. Просто лечу, залетаю, пацаны, лечу как могу. Ну, свожусь, даю 974 дэмэджа. Он понимает, а Мэтт, как всегда, где-то спрятался. Но он же топ игрок. И он уходит, и не хватает. И у меня снаряд, капец. Тютелька, секундочка. И тут, кстати, начинается опасная движуха. А вот пишет опять, подсос конченый. Ну да, класс. И я выцеливаю. Снаряд не проходит, он по мне дэмэдж проходит. Ремингтон дает дэмэдж, не дает, я так и не понял. Отвлекается, я выцеливаю башню, и он начинает нервничать. Он вообще ничего не понимает. Вот что называется разводочка Новака. И он отправляется в ангар. При этом 7 фрагов у меня в копилочке. 12 тысяч дэмэджа. И Мэтт появляется. Боже, Мэтт, боже, я застрял в этой херне, сука. Димон танкует, он не лезет. Я говорю, чтобы он не лез, потому что опасный момент. Боже, перестрелка идет между Мэттом и Ремингтоном. Опасный момент. А где же я, сука, где же я? Меня-то нет. И он откатывается, он уже боится. А я вон лечу. И смотрите, делаю дэмэдж. Yes. И я забираю 12-й, точнее, больше 12 тысяч дамага, ребятки, твою-то дивизию. И, конечно же, 8-й фраг. И Альянс Новак затащил эту гребаную катку.
пацаны. В общем, что я вам могу сказать? Подписываемся на канал, ставим лайки, кому понравились бои интересные, или этот бой, или другие бои, которые вы смотрите. Так что всем удачных нагибов, никогда не сдавайтесь, катайтесь водами и думайте, как затащить. То есть, вот как в данной ситуации было, шотный ремингтон, которого можно было убрать, но мы затащили. Как бы. Так что, лайки, подпись, кто желает, всем пока, пока, пока. Поменьше рака вам, пацаны.